Здравствуйте, меня зовут Елена Коваленко. Я бриллиантовый директор компании BioSee. Также открытый статус премиум бриллиантовый директор компании BioSee. И мы топ номер один по всем странам. И сегодня у нас очередной праздник, открытие новой эко-лавочки в городе Симферополе. Еще одна эко-лавочка среди многих городов России и других стран СНГ. И открыла его замечательная мамочка прекрасной доченьки и беременяшечка Валентина Богачева, которая вышла на статус вице-директор всего за 2 месяца. Searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's naked. Валечка, скажи, пожалуйста, когда ты решила заняться бизнесом в компании BioSee? Очень неожиданно для себя я решила им заняться. Я, наверное, из тех людей, кто всегда говорил, я никогда не пойду в сетевой, я никогда не буду этим заниматься. И куча было причин, но тут сложились так звезды. Я как раз забеременела, у меня был четкий план, сколько я хочу зарабатывать и за какое время я хочу этого добиться. Ну вот так получилось, что как раз идем по этому плану. Так вот вышло, звезды так сложились. А скажи, пожалуйста, не сложно ли вот в таком прекрасном положении открыть свой собственный магазин? Самое главное, что в нашей компании действительно можно открывать розничные эко-магазины и совмещать это с сетевым бизнесом. Как для тебя в этом положении, ну как ты себя чувствуешь? Не сложно ли тебе это? Мне совершенно не сложно, учитывая то, что сейчас у меня уже начинается третий триместр, да. Все это закрутилось, завертелось буквально за 2 недели. Понятное дело, что без поддержки команды и любимого человека было бы сложнее, но все очень легко, компания во всем помогает. Вышестоящие спонсоры тоже во всем помогают, во всем поддерживают. Все легко, все посильно, да, то есть, ну, нет ничего такого, чтобы было невыполнимо. Главное – желание. Скажи, пожалуйста, в каком статусе в компании ты находишься и за какое время ты его достигла? Ну, я так понимаю, что я открыла вице-директора, 23%, да. Работаю я 2 месяца. Первый месяц я закрыла 12%, открыла 12%, и вот второй месяц уже 23%. И свой эко-магазин? И свой эко-магазин, да. Классно. Скажи, пожалуйста, я знаю, у тебя еще есть одна доченька. Как ты все успеваешь, будучи в таком прекрасном положении, еще заниматься ребенком и открыть свой магазин? Я просто хочу показать пример другим мамочкам, которые не верят в то, что это реально, и хотела бы, чтобы ты дала какой-то совет для них. Возможно, тоже прийти в наш бизнес. Ну, дочка у меня энерджайзер, ей 3,5 года, это такой возраст, когда все интересно, когда и с мамой хочется быть подольше, но мы все делаем вместе, если я, допустим, работаю с командой, ну, через телефон, все мы сидим в соцсетях, все мы общаемся через телефон, и либо по связи, либо клацая где-то, ребенок всегда находится рядом, ребенок не обделен вниманием, если мы, допустим, делаем аппликации какие-то с ней вместе, то ребенок клеит, пока мама намазала клеем, ребенок клеит, мама отвечает команде, то есть такого рода. Ездили мы сюда, там документы делали, либо вместе, либо я Киру отдавала там на полдня в садик, она очень хотела играться с детками. Мало того, мы успеваем ходить на танцы, заниматься рисованием, это совершенно не помеха, поэтому мамочки, не бойтесь начинать что-то новое, это всегда прекрасно, вы будете чувствовать себя гораздо лучше, ярче, и реализованность всегда женщине к лицу.
Скажи, пожалуйста, Валечка, а чего бы ты хотела добиться в нашей компании? Ну, магазин вот ты уже открыла, первый лидерский статус ты заработала. Какие твои большие цели? Что ты хочешь взять от компании? Ну, может быть, автомобили, какие-то путешествия? И вообще, какова твоя, ну, самая ближайшая финальная цель? Ну, моя самая ближайшая финальная цель – это Range Rover, который я очень хочу. Это любовь всей моей жизни. Вот, поэтому я уверена, что в этой компании я получу свой Range Rover оливкового цвета. Вы еще потом увидите меня за рулем этого автомобиля. Но самое главное, что, допустим, вот на данный момент я хочу к моменту, когда я выйду в декрет, быть спокойна, да, что у меня команда работает. Я наслаждаюсь первыми месяцами материнства и особо не напрягаюсь о том, там, что у меня детские придут или не придут. Хотя, ну, как бы, это, ну, финансовая сторона не первоначально. Самое главное чувствовать, что ты реализован, что ты не просто в этих пеленках, распашонках, а что у тебя есть что-то еще, кроме детей, за спиной. Там, муж, понятно все. Но свое дело, свое любимое дело, это очень-очень важно. Отлично. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, что в нашей компании можно заработать 1 миллион евро? И прописано ли это в твоих целях? Я, конечно, знаю. Конечно, прописано. Но вот именно конечная дата пока еще нет. Пока еще не прописано. Все-таки, наверное, у меня в таких вот как-то больших планах это вот реализация моей команды, потому что это моя основа, да, то есть я думаю, конечно, о себе, но вот я, конечно, больше сейчас направлена на то, что девочки, которые сейчас здесь находятся, мне помогают, а это все очень близкие для меня люди, и я хочу, чтобы они тоже очень реализовались в этом бизнесе, и, наверное, мои мысли больше сейчас вот где-то вот в этом сфере, а будут расти они, буду расти и я, соответственно, поэтому сейчас все на команду. Скажи, пожалуйста, хотела бы ты или готова ли ты уже помогать таким же мамочкам, ну и вообще всем женщинам в этом мире открывать такого же рода бизнес? Есть ли у тебя уже навыки и могла ли бы ты приглашать уже в свою команду и обучать, давать франшизу, да, я так понимаю, что бесплатно для других мамочек? Да, как раз вот это есть в моих ближайших целях. Было бы очень удобно, когда человек, дистрибьютор или розница, могли бы покупать в любимом магазине, но именно в том районе, в котором им было бы удобно. Поэтому было бы очень хорошо, если бы наш магазин развивался с помощью франшизы, расширял свои сети. И для девочек тоже это отдушина, да, создать свою небольшую колавочку, да. Не все хотят открывать бюро, многие просто хотят открыть эко-лавочку, а тут уже она и забрендированная, и красивая, и налажена связь уже с дистрибьюторами, с розницей. Поэтому, мамочки, кто хочет свою эко-лавочку, приходите, я вам помогу, я вам расскажу. Со мной очень приятно работать и очень всегда весело. Поэтому я вас жду. И у меня в команде, кстати, все девочки-мамочки. Поэтому, как никто, я вас понимаю. Валечка, ну ты полна такой жизненной энергии, позитивом. Я уверена, что многие захотят прийти к тебе в команду, открыть такой же бизнес. Но теперь нужно узнать, где же найти твои контакты, чтобы с тобой связаться. Вы можете найти меня в социальной сети ВКонтакте, Валечка Богачева, либо же в Инстаграме Валентина Богачева. Там я такая вся беременная, белая, пушистая, ну как и в жизни. Вы не промахнетесь. Ну и, конечно же, прийти к нам в эко-лавочку в городе Симферополе, которая расположена по улице Пушкина, дом 9, торговый центр «Светлана», второй этаж, четвертый офис, эко-лавка «Биоси». Мы такие зелененькие, вы не ошибетесь. Ну и под этим видео, конечно, которое будет расположен у Валентины на канале YouTube и в других соцсетях, вы сможете все ее контакты найти. Спасибо, Валечка, большое. Я желаю успехов тебе, твоей эко-лавочке, процветания и самых больших вершин в нашей компании «Биоси». Спасибо большое. Спасибо. Все будет.